Еще два сорта коралловой такой формы. Это сорт морской бриллиант и сорт кружево. Они, ну как мне кажется, они очень круто, очень эффектно смотрятся рядышком друг с другом. Морской бриллиант просто вообще замечательно растет. У меня, по крайней мере, не знаю почему, но мне не нравятся такие сорта, такие язычки у них. Вот, этот сейчас больших экземпляров нет, ну, то есть все ушли на черенки. Вот, ну очень-очень классные. Мне прям нравится, особенно вот если их в сочетании вот так вот комбинировать их, морского бриллианта и кружева, получаются такие очень прикольные композиции, мне кажется. Ну вот еще два сорта в моей коллекции.